Но тем временем в Одессу привезли музей революции. Документальный фильм Надежды Бабинцевой – это Майдан глазами художников, работников музеев, музыкантов, поэтов и писателей. Киноленту, приуроченную ко второй годовщине начала революции достоинства, показали в Одесском инотеатре. С премьеры вернулась наш корреспондент Юлия Федорова. Это фильм про то, как художники, кураторы, музейные сотрудники и люди, которые связаны с современным искусством, делали свое дело во время революции достоинств. Это было не только создание арт-объектов, это была музеификация предметов, которые были вывезены из Межигорья. Это такой художественный и творческий процесс во время революции. Это действительно, самая мощная инсталляция из всех, которые я видел. Народные перформансы против оружия власти. Герои картины Надежды Бабинцевой – люди, чьи работы стали символами протеста. Это художники, работники музеев, музыканты, поэты и писатели. Это очень забавно, потому что мне кажется, что это самая быстрая музеификация революции. Мы решили собирать, фиксировать то, что происходит сейчас. В Одессе картину презентует известный художник Александр Ройтбурт. Он тоже участвовал в акциях протеста в Киеве, стал одним из героев киноленты. Столкновение какой-то средневековой модели власти и искусство, которое породил народ. Но пока был Майдан, я туда ходил. Холодно было, иногда страшно было, иногда газа это очень неприятно. Да, ну как-то мы все ходили. Я ничего героического не совершал. Обереги, щиты, забастовочные плакаты. Во время революции повседневные предметы меняли свои предназначения, становились музейными артефактами. Это тоже изобретение людей, да, чтобы метать дальше, делались такие, брались со сварки для того, чтобы раскручивать и метать подальше. Музей «Революция» – документальный фильм о том, какую роль творческий дух людей сыграл в политических событиях. Чем больше проходило времени, тем больше видно, что нас много. Когда нас уже перед тем, как мы разошлись, стало настолько много, что я понял, что это сегодня не закончится, я пришел на следующий день. Мотив был один – цивилизационный выбор. Либо мы будем жить в современной цивилизации, либо мы будем жить в какой-то там вот уродливой реинкарнации совка. Киноленту «Музей революция» покажут во всех крупных кинотеатрах Украины. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.